Всем привет, это Гравер. В этом видеоролике вы сможете посмотреть самые прикольные прострелы на карте DDoS 2. Нередко ваш враг будет занимать позиции в туннеле, чтобы готовиться к атаке на бомбплант Б. Чтобы не давать ему там расслабляться, стреляйте в эту стенку, параллельно этой линии. Вот так вот. Этот прострел очень полезен, когда террорист ставит бомбу на Б. Садитесь на этот ящик, опускайте прицел ниже и стреляете. Вот так. Нередко убить спрятавшегося врага на Б целая проблема. Данный прострел поможет вам ее решить исключительно быстро и просто. Вместо того, чтобы рисковать, пытаясь занять зигзаг, где контртеррорист имеет преимущество, пробуйте в начале раунда его простреливать. Начинайте от левого угла стенки и продвигайтесь все глубже и глубже. В конце концов вам улыбнется удача. Как видите, с первого обойма не всегда легко убить противника, но со второго вам обязательно повезет. Отличный прострел нижнего туннеля. Отходите на центр, ближе к своему респауну, садитесь и простреливайте. Вот так вот. Часто контртеррористы садятся именно у этого ящика. Если вы хотите прострелить его там, то, проходя зигзаг, стреляйте сюда. Один из самых экзотических прострелов на этой карте — это прострел зигзага с респауна контртеррористов. Очень сложно точно попасть, но иногда это удается вот таким вот образом. Достаточно простой прострел. Садитесь, зажимаете в угол стенки и убиваете любого выходящего террориста. Иногда ваш противник будет прятаться в этом углу. Чтобы избежать всяческих проблем, связанных с этим, стреляйте вот так вот.